Всем привет, друзья! В данном выпуске я хочу поговорить о том, как не надо торговать на фондовом рынке и что, собственно, происходит, когда вы вкидываете весь свой депозит, весь свой капитал в одну акцию, которая ждет банкротства. В данном случае это Chesapeake, нефтяная компания, которая уже полгода идет вниз, а то и больше. Собственно, у меня депозит $8000, я закинул, и сейчас мы наблюдаем, что покупали по 0.97, точнее по 0.94, сейчас стоит одна акция 0.19 центов. Итого я теряю 74%. 74% фактически у меня осталось из $8000, осталось всего лишь буквально $1000. $1000, ну, конечно, я продавать я не собираюсь, а панели пропал. Поэтому я вам советую таких ошибок не совершать и, собственно, никогда не вкидывать весь свой, даже торговый депозит, в одну акцию. Идеально, что можно делать, это торговать несколькими акциями одновременно. А это 7 депозитов. Сейчас я подобрал подборку из 7 депозитов и расскажу об этом в следующем выпуске. Ссылочку я прикреплю ниже. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и помните, что рынок – это непредсказуемая вещь. Пока! Итак, друзья, мы наблюдаем с вами мой брокерский счет, Тинькофф Инвестициях, мои минуса, что произошло и почему, я сейчас подробно расскажу с хорошим звуком, хорошим качеством. Наконец-то я этого достиг. На это отвлекался, собственно, не торговал на фондовом рынке из-за того, что, в принципе, покупал оборудование и хотел делать более качественный продукт. Купил микрофон АКГП-220, звуковую карту, также Mac, также стекло, куча объективов и новую камеру. Итак, собственно, плюс оборудование полностью студию. Сейчас Тинькофф дарит у нас акции за репосты. В данном случае он мне подарил банк ВТБ вам в подарок. Спасибо. Итак, смотрим. Акция, на которой я очень сильно пролетел, это Chesapeake Energy Corporation. 8910 акций у меня был. Получается, были они куплены по 0.94, стоимость 1000, по 0.94 на $8100. Покупал вот $4830. Тогда продавал цену. Сейчас наблюдается резкое падение 18.19, и из моих $8000 стало $1692. Это полный крах, в принципе. Вероятность банкротства показывает тоже Frontier. У меня 71 штука по 0.66, сейчас он стоит 0.36, 0.35. В общем, акции очень сильно упали, собственно. Давайте еще будем разбирать мой портфель. Доходность получается минус 75%, ну там на самом деле больше. Вот они, подарочные акции, банк ВТБ, АПК система. Также сейчас наблюдается падение из-за вируса.
Киеве 16%, Вион 36% падения, Яндекс 11%, Яндекс потихоньку отрастает. Давайте посмотрим, у меня средний получается 2951, сейчас он уже начинает расти, а на 2610 была возможность докупать, но денег особо не было, нечем было докупать в принципе. Также падение ЛСР 10.29, ну рынок нас вообще в принципе не радует. Сбер падение 14.65, я думаю, это только начало. Ну и доллар у нас... Доллар. А доллар у нас тоже наблюдается падение, был он 80-81 81 за эту неделю он был 81, но я, естественно, не успел закупить, просто не было денег, потому что занимался оборудованием своей студии. А вот такой вот мой опыт за полгода торговли. Я делал 55 тысяч в месяц, собственно, так получается 3 месяца. Каталог, лента, обзор. Инвестиции, авторский счет, все продукты. События, расчеты, аналитика акции компании. Чизопик 75%, Сбер 8, Яндекс 6, Архагент 3.65, Вион 2.85. В общем, очень все плохо. Портфель. Давайте смотреть полгода. Вот столько было. Это 3 января. 144 тысячи. Сейчас у меня 173 тысячи. Вы понимаете, да, сколько я потерял? Дивиденды 684 рубля. Оборот 25 миллионов 564 тысячи. Но это покупка, продажа. Все от торговли. Выводы 75 тысяч. Это я выводил на, получается, компьютер. Вот такая вот статистика наблюдается. Что я планирую делать? Сейчас жду, когда пройдет кризис. Это неделя карантина. А так буду покупать понемногу. В основном на такие случаи, кстати, на случай кризиса. Нужно покупать обязательно доллары. Я буду покупать доллары в дальнейшем. Но и в кризисе я решил, потому что мне были нужны срочно деньги, я думаю, на объектив. Закинуть русские акции. Вот раз. Киви. Два. Яндекс. Три. ЛСР. Четыре. Мосбиржа. Пять. Сбер. И у меня было Татнефть и Газпром. Чуть поторговал, там по 100 рублей в день делал. Ну, конечно, это не 10, не 12 тысяч в день, как раньше, но какие-то копейки уже делал. И что я вам скажу, русские акции мне ничего не дали. В принципе, там, может, рублей 300 я заработал за 2 недели. То есть это провал полный. Потому что вот такая ситуация произошла с карантином. И с коронавирусом. Удачной торговли всем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.